помадка. Она сделана из малины. Это какой-то камень. Но он из железа. Ну и можно блинчики играть. Вы знаете, блинчики типа вот так. Да. Я думаю, что уже металлическое мыло нужно, чтобы не выскальзывало, как обычно. Металлическое не бывает. Бывает. Чтобы никто не ловит. Чтобы слушать музыку в телефоне. На шапку похоже. А вот это ведь на мультик. Читала поэту в журнале. Я хочу себе надеть на футболку, будет красивее. Можно? А мне чуть-чуть. Яблоко, но не настоящее. А давай попробуем. Это яблочко, чтобы делать яичницу там, сюда. Или яблоки жарить. Я думаю, это такая расческа, чтобы лучше причесывать. Чтобы руки разбудить. Это зубочистка. Ей нужно зубы чистить. Вот так. Вот взять вот так, чтобы убить. Вот так. Вот так. Вот это вот нужно для того, чтобы румянами краситься. Сразу ты будешь? А рассидомый? Чтобы ловить, когда играешь в футбол, можно ловить это с перчатками. Это еще, чтобы в огороде копать. Может, перчатки на футбол, можно букетики доставать из дубовки. У меня лосьонка. Мне не кажется, чтобы типа снять там носки и прям нажимать ногами сюда. Эта штука до пальчиков, чтобы засовывать. Колонна. У меня дома есть колонна, это не колонна. Сложное задание какое-то. Чтобы брызгать на волосы, а потом было его и расчесывать. А вода это хорошо пахнет. Она наливается вдоль руки, и туда мужчина насыпает блестки. И получаются такие красивые духи. Это пшикалка, чтобы вкусно под мышки пахнет. Добавляют фрукты, мыло. Ну, пошли. Я вот сегодня надухарился.
надо начинать краситься, когда ты уже взрослая. 40.